少次的叩问，乡愁是一碗水，乡愁是一День сегодня ясный. Пользуясь редким свободным временем, Года Мэ с невесткой взялись за приготовление рисовых лепешек. Рисовые лепешки – это национальная еда представителей народности тхудзя, проживающих на западе провинции Хунань. Для них местный клейкий рис промывается и варится до готовности, затем помещается в бамбуковые формочки, перемешивается и приминается в форме круглых лепешек. Есть два способа приготовления рисовых лепешек. Их можно обжарить в масле и сразу съесть, а можно после обжарки сварить и добавить яйцо пашот, тогда получится каша с рисовой лепешкой. В 2008 году Года Мэй организовала здесь постоялый двор для туристов, а рисовые лепешки стали оригинальным блюдом, которым она угощает туристов. Лепешки нужно не только высушить, но и нарисовать на них пищевыми красителями благоприятные символы и написать пожелания счастья. В этих прекрасных пожеланиях обязательно должно быть написано одно слово. Это трудолюбие. В деревне Лаоше есть традиция. Если в семье родился ребенок, то соседи обязательно приносят ему рисовую лепешку с иероглифом трудолюбия. В деревне Лаоше рисовые лепешки – это не только еда, но и культурный символ и носитель уважения к трудолюбию. Трудолюбие дарует богатство, а также передает ценностные представления и взгляд на жизнь из поколения в поколение. Лаоше на языке тудзя означает «солнце». Деревня Лаоше находится в уезде Луншань Сянси Тудя Мяоского автономного округа провинции Хунань. В горной деревне, названной солнцем, живет 419 семей из 1716 человек. Национальность тудзя занимает 95% населения. Это типичная деревня народности тудзя, которая считается самой красивой деревней в районе Улин. В Лаоше сохранились 287 национальных жилищ тудзя. Народность тудзя в деревне Лаоше не записывает историю. Она хранится в деревенских песнях тудзя и передается из поколения в поколение. Лаоше,
У деревни Лаоше древняя история. Когда-то здесь была столица одного из трех правителей, коренных жителей Луншань, которого звали Же Бачун. Согласно составленному в годы правления цинского императора Цзяцина описанию уезда Луншань, в седьмой год правления Юнчжена, то есть в 1729 году, в деревне Лаоше была создана административная единица Лаоше. Одна из 15 в уезде Луншань. В деревне Лаоше работавшие всю жизнь старики, достигнув возраста, когда можно наслаждаться старостью, не желают отдыхать и дома, и в поле, везде можно увидеть, как они трудятся. 70-летняя Го Дамэй, в доме которой живет уже 4 поколения, не желает сидеть без дела. Вкусная стряпня Го Дамэй знаменита на всю деревню. Раньше ее всегда звали на помощь, на свадьбы и похороны. В последние годы деревня Лаоше получила звание китайской родины узорных шелковых тканей народности Тхудзя, китайской традиционной старинной деревни. Деревня Лаоше стала известной. Туристы из города приезжают сюда для отдыха и осмотра достопримечательностей. Некоторые после экскурсии хотят еще попробовать местные блюда народности Тхудзя. Находчивая Го Дамэй сообразила, что на этом можно зарабатывать деньги, и открыла первый в деревне постоялый двор для туристов. У Го Дамэй 2 сына и 1 дочь. Сыновья и внуки все работают на чужбине. Постоялым двором в основном занимается она вместе с мужем. Еще ей помогает старшая невестка. В пик туристического сезона у них обедают до 100 туристов в день. Такой труд и молодым-то не под силу, но у Го Дамэй работа спорится. Пик туристического сезона в основном совпадает с разгаром полевых работ. Кроме работы на постоялом дворе для туристов, сельхозработы тоже нельзя откладывать. У ее семьи больше 26 соток земли, где они выращивают рис, кукурузу, батат и другие овощи. Еще у них 5 свиней и более 30 куриц. Овощи и собственные птицы и скотина служат основным источником продуктов для постоялого двора. Благодаря похвалам туристов она получает удовлетворение от своей работы. Пан Улинь – ученый родом из западных Хунаньских гор. Он принадлежит к народности Тудзя и прекрасно знаком с культурой этого народа. Трудившийся весь день будет крепко спать всю ночь, а трудившийся всю жизнь заснет счастливым вечным сном. Это распространенная местная поговорка народности Тудзя. На протяжении тысяч лет жители деревни Лаоше никогда не считали бременем труд. Наоборот, они получали от него удовольствие. И своими трудолюбивыми руками создают культуру Тудзя. 52-летняя Лео Дай Ин – знаменитая мастерица по изготовлению узорной шелковой ткани. Она продолжает существование нематериального культурного наследия. Ее ткани отличаются от других, начиная с шелковой нити вплоть до красителей. Все изготавливается строго по традиционной технологии народности Тудзя. Узорные шелковые ткани Тудзя появились в эпоху династии Шан и Джоу. Они являются символом культуры Тудзя. В былые времена узорные ткани Тудзя были важной частью дани, которые местные старшины платили императорскому двору. Каждое утро Лю Дай Ин сначала выпускает в горы несколько десятков овец, затем повсюду ищет зовущиеся красным корнем растения, которым можно окрашивать шелковые нити. Он
Не прошло и 20 минут, как красный корень уже выкопан. В горах вблизи деревни не так-то просто найти красный корень. Иногда за целый день почти ничего не накопаешь. Остается только каждый день копать понемногу. По возвращении домой Лео Дай-инь, не отдыхая ни минуты, подвешивает котелок над огнем в комнате и начинает готовить краситель. В 1979 году Лео Дай-инь провалилась на вступительных экзаменах и вернулась домой учиться у средней сестры ткать узоры. Поначалу сестра немало ее ругала. Благодаря строгим требованиям старшей сестры, Лео Дай-ин научилась ткать узоры. А в 80-е годы она вместе с сестрой приехала в город Чанша и ткала узорную ткань тудзя в исследовательском институте прикладных искусств провинции Хунань. Благодаря трудолюбию и терпению она получила достойное вознаграждение. Лео Дай-ин до сих пор сожалеет, что не училась в университете. Когда у нее появился ребенок, то она передала ему мечты об учебе в университете. Чтобы сын смог стать студентом, ей пришлось упорно трудиться более 10 лет. Когда ее сын учился в средней школе, чтобы он мог спокойно заниматься учебой, ее муж остался работать дома, а она вместе с ткацким станком отправилась в город, заботилась о быте и одновременно ткала и зарабатывала на учебу сына. В те времена, чтобы заработать деньги на учебу и на жизнь себе и сыну, она ткала днями и ночами. Пан Чжун У, сын Лео Дай-ин, стал врачом традиционной китайской медицины в уезде Луншань. Работы Лео Дай-ин известны повсюду. Со сбытом нет проблемы. Еще клиенты есть из провинции Гуандун и множество любителей и коллекционеров произведений народного искусства, которые покупают изделия у нее дома. Каждый раз, возвращаясь домой и видя трудящуюся целый день мать, Пан Чжун У все время уговаривает ее больше отдыхать. Как говорится, трудолюбие будет вознаграждено небесами. За упорный труд Лео Дай-ин была вознаграждена успехами сына и достатком. Река, что течет перед деревней Лаоче, тоже называется Лаоче. Рано утром Лео Дай-ин пришла к переправе на реке, чтобы встретить старшую сестру. Ее сестра работает и живет в городе Чанша и не возвращалась домой уже много лет. В семье Лео три сестры. Старшую зовут Лео Дай-ю. Ей 62 года. Она раньше работала в женской тюрьме провинции Хунань, а сейчас уже на пенсии. Среднюю сестру зовут Лео Дай-э. Она живет в деревне Лаоче. Лео Дай-ин – самая младшая сестра. Лео Дай-ин привела старшую сестру прямо туда, где средняя сестра организовала курсы обучения ткацкому мастерству тудзя. Лео Дай-ю, уехав из дома, уже много лет не прикасалась к ткацкому станку, но в душе у нее до сих пор сохранились прекрасные воспоминания о нем. Я
Согласно местному обычаю, девочки с детства должны учиться ткать. А когда выходят замуж, то забирают с собой в дом свекрови все сотканные своими руками узорные шелковые ткани. Поэтому качество тканей служит показателем ума и трудолюбия девушки. Лёу Дайюй с самого детства училась у матери ткать узоры, а в 13-14 лет уже была знаменита своим мастерством. Она также научила ткать узоры многих девочек, в том числе и свою младшую сестру. В деревне Лаоше узорные шелковые ткани Тхудзя – это не только символ культуры и искусства народности Тхудзя, но и мастерство, которым обязательно должны владеть девушки. В этом мастерстве проявляется трудолюбие жителей деревни Лаоше. Оно символизирует талант и мудрость женщины. В деревне Лаоше нет недостатков знаменитых повсюду талантливых ткачихов. Рис из того. «Девушка из Лаоше» – это слова, популярные вдоль берегов реки Юйшуй песни, которые хвалят девушек из деревни Лаоше за ум, красоту и золотые руки. Три сестры Лёу – именно такие женщины. Дом на сваях Джуаньцзяолоу, о котором поется в песне, это особенное жилище Тхудзя. Деревня Лаоше – это традиционная древняя китайская деревня и самобытная национальная деревня. Жилище в деревне Лаоше – это в основном традиционные дома на сваях. Плотники деревни Лаоше известны повсюду. В деревне сохранилось много свайных домов народности Тхудзя. 57-летний Пхонг Гуаньюэ выделяется среди остальных плотников деревни Лаоше. Он начал учиться столярному мастерству в 17 лет и работает уже более 40 лет. Благодаря трудолюбию, любознательности и пытливому уму он в совершенстве овладел мастерством и после 30 лет стал главным плотником. В народных песнях народности Тхудзя поется. Песни легко петь, но нелегко начать, а плотнику нелегко начать строить дом на сваях. Пан Гуаньюэ объяснил, что технологии строительства домов Джуаньцзяолоу сложные и требуют от плотника высокого мастерства. Поэтому недостаточно квалифицированный плотник не сможет построить дом Джуаньцзяолоу. Если плотник может построить дом Джуаньцзяолоу, это не только означает высокое мастерство, но и подразумевает, что у него светлая голова и золотые руки, и он упорно изучает технологию. Этот дом называется Чхунг Тяньлоу. Он был построен в годы правления цинского императора Канси. Заместитель начальника управления памятников материальной культуры Сянси Тудзя Мяоского автономного округа Лун Динша рассказывает, что он видел только одно такое здание в горном районе Улин. В этом здании собраны все элементы культуры и художественные достижения народности Тудзя. Построить такой дом могла только семья богачей. Но Чхунг Тяньлоу построен не у реки, а посередине склона горы. Такой выбор места говорит о том, что хозяин дома придавал большое значение трудолюбию и бережливости. Ван Бэньхай, хозяин Чхунг Тяньлоу. Он рассказал, что этот дом построил его предок.
Представители семьи Ван в те времена были прославленными знатными людьми, но по семейной традиции они придавали большое значение трудолюбию и бережливости. Ван Бэйхай говорит, что трудолюбие и бережливость – это их семейное правило, которое передается на протяжении почти 400 лет. Это правило пошло от предка Ван Вэньшэна, который построил Чунтяньлоу. Он очень скромно вел хозяйство, хотя семья его была зажиточной. Он экономил на еде и одежде, считал каждую копейку. Семья его была очень богата, но каждый день он возделывал землю в горах, а возвращаясь домой, всегда приносил связку дров, которую на следующее утро продавал маслобойне. Однажды у него умерла старая курица. Два его сына хотели приготовить ее и съесть, но Ван Вэньшэнь остановил их и сказал, что эту курицу пока нельзя есть, пусть пока повисит, а на праздник весны ее можно будет съесть. Сыновьям он объяснил: от того, что будешь есть и пить, не обеднеешь, а если плохо все рассчитаешь, то обеднеешь. Обычно бережливый, чуть ли не скупой, Ван Вэньшэнь, однако, потратил огромные средства на строительство Чунтяньлоу. В день, когда дом был достроен, он установил для потомков семейную традицию. Только трудолюбие и земледелие, никакого расточительства, зернышко к зернышку, и будет полный амбар. Традиция семьи Ван быть трудолюбивыми и бережливыми повлияла на традиции всей деревни Лаоше. Если ты разбогател благодаря трудолюбию, но транжиришь деньги, не зная, что такое бережливость, то тебя не будут уважать. В деревне Лаоше Чунтяньлоу стал своеобразным символом. Когда видят трудолюбивого человека, обязательно упоминают Чунтяньлоу. Дом, на строительство которого были потрачены огромные деньги, не стал, однако, символом богатства, а стал для народности Тудзя примером рачительного ведения хозяйства и трудолюбия, которое приносит богатство. Раньше река Яушуэй в основном использовалась для транспортировок. Канат – это основной инструмент на переправе. Сейчас, несмотря на то, что над рекой Лаоше построили мост, переправа до сих пор используется. Пан Синьминю 71 год. Он хозяин лодки и работает на реке уже несколько десятков лет. Переправа осуществляется за счет каната и троса. Мягкий канат используют, чтобы притянуть лодку с противоположного берега, а железный трос используется для переправы через реку. Пан Синьмин рассказал, что людям не нужно платить деньги за переправу. Раньше хозяин лодки жил за счет зерна, которое ему давали. Это особенная местная традиция. Каждая семья ежегодно дает хозяину лодки определенное количество зерна или продуктов. И это считается оплатой за переправу в течение всего года. Сейчас Пан Синьминь, кроме переправы, еще занимается земледелием. Оба дела для него важны. Сегодня Пан Синьминь первый раз спахивает землю с наступления осени. Каждый год в это время для поднятия настроения он приглашает местных артистов для исполнения народных песен под аккомпанемент гонгов и барабанов. Сян Вэньдянь из Центра охраны нематериального культурного наследия рассказал, что песню под музыку гонгов и барабанов – это ритуальные песни для церемонии жертвоприношения и народные песни для услады души. Гонг-г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 
大家开垦新地的时候，就会出现挖土锣鼓歌的这么一种劳动的歌谣。那么这种歌谣呢，首先它起一个召集的作用，其他不知道的人，他们听到了挖土锣鼓歌之后呢，就会主动的扛着锄头去参加开垦新地的这么一个劳动。第二一个方面呢，它还起到一个奖勤罚懒的这么一个作用，在浩大的一个劳动场面里吧，谁做得好啊，那么唱歌的人会主动的跑到这个地方去，说他干得非常好。然后还有一些如果是疲劳啊或者是分心的这么一个人，然后就会提醒他。В древней Лао-Че есть поговорка: трудолюбие приводит к богатству и заслуживает похвалы, лень приводит к бедности, которой никто не сочувствует. Почитание трудолюбия и высмеивание лени благодаря такому искусству пронизывает всю культуру жителей деревни Лао-Че. 土家社会、土家文化里边，勤劳应该讲是非常突出的一种文化精神。在湘西，在土家这个地方，从生活的这个环境来看，还是非常艰苦的。这个地方，如果是你不勤劳，就不能发展，不能生存。这个是环境、历史、文化它必然会孕育出这么一种民族精神或民族传统。Возвращение на родину в деревню Лао-Че – это важное событие. С наступлением ночи во дворе перед храмом Бай-Шоу-Тан разожгли костер. И жители деревни исполняют танец, изображающий различные виды труда. Так они встречают Лео-Дай-Ви. Этот танец берет начало от необходимого для жизни процесса производства. Также это ритуальный танец народности тутян. Благоговея перед природой и духами и воспевая трудолюбие, жители деревни Лао-Че выражают радость по поводу возвращения странника, надежды на богатый урожай зерна и свое стремление к достатку.满腰江心，万唱歌谣清晰。谁家的灯笼悄悄挂起，点亮路人的归期。谁家的缸里静静收起，等待朝霞欢喜。谁家的屋脊黄沙淋漓，拂着游人离去。望不